Ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять палок. Любое большое дело надо начинать с перекура. Сначала чайку хлопну, кружечку. А потом начну заниматься уже. Сегодня распогодилось. Даже солнышко местами выглядывает. И заметно теплее по ощущениям. Но я, по крайней мере, пока лес перетаскивал, весь взмок. Он даже ручонки затряслись. Говорят, с непривычки. Да вроде как не первый раз. От нагрузки все равно потряхивает. Главное работать с перекурами. С чайком. Печенюшку будешь? Успела уже вывалиться в чем-то очень неприятно. Ну, конечно, пошла опять закапывать печенье сразу. Зеленым медвежьим, наверное. Свежачок. Где-то Мишаня тут ходит. Травку щиплет, наверное, по этим лугам. Лепота ему тут. Все.
Вот, ребята, кто спрашивал, что такое на паре. Ручная дрель. Сейчас рыбак будет хвастаться уловом. Хвастайся уловом. Нормально? За час рыбалки, да? Да меньше. Показывай мелочь-то там, у тебя по-любому пол ведра мелочи еще. Мелочь я не буду показывать. Нельзя! Нельзя, сказал! Нельзя! Ко мне! Иди сюда! Иди сюда! Зайцев гоняет! Нельзя! Зайца гоняет она. Сиди теперь на веревке. Раз зайцев гоняешь. Пойду посмотрю, что там батя делает. Рыбак. Всю рыбу выловил. Иди вот сюда. Вот какая собачка. Ведро-то здешнее. Сейчас закину, у меня чайки кормятся. Подкармливаю, как им голодно сейчас. Бачу я. Побрал, а потом раз резко. Сейчас тут кидал одного. Чуйка, ты не кушай это. Везде.
Это чай там. Или вообще в этот год какой-то рано начался. Ну, я рано и закончил, но в августе нападет снегать. Надо по пупкам бегать по берегу, туда-сюда. Перекур. Все, что привезли, положил в сруб, а времени еще предостаточно, поэтому решил немножко поработать, подконопатить, да лишний мох пообрезать. У Александра Федоровича Зубова изба понравилась. Ну, единственное, что она полуземлянка, не совсем хорошо, потому что она сгниет быстрее. Но в плане сохранения тепла, конечно, изба, наверное, очень теплая. Ну ничего, у нас тоже изба будет очень теплая. Тем более, что морозы у нас не такие сильные, как у них там на Ямале. 50 градусов бывает очень редко. И в такие морозы все равно в лесу делать нечего. У меня участок не отдаленный. Всегда есть возможность выехать до дома. В основном пазы плотно сделаны. Комар носа не подточит. Но конопатить довольно проблемно такие пазы. Пока сруб не сел, можно где-то подсунуть что-то, потом все это зажмет, все эти щели. Слишком плотно не буду конопатить. Пускай будет у нее возможность подсесть. Вот такой инструмент батя притащил, где-то нашел, поймал по реке, на берегу нашел, ну не знаю, в общем, река дала такой инструмент.
Видно, что инструмент старый, был обожжен. Здесь черные угли, монолитный, сделан из монолитной древесины. Когда он его нашел, он был очень тяжелый, скорее всего лиственничный. Такие вещи надо держать в воде. Заколачивались, наверное, коксы при строительстве срубов. Ну и бревна тоже. Барсик, короче, барец. Неоднократно в комментариях спрашивали меня про размер избы, но, ребята, я, честно говоря, вообще не знаю. Не знаю, не помню размера. Делал без проекта. На глаз. 4,20 помню. А может быть 4,60. Когда строил, размер был. Это, наверное, вот эти бревна. Но это с выпусками. А так предполагаю, что 3,80 на 2,5 или на 2,80. 3,80 на 2,80, наверное, вот так вот. С собой рулетки нету. В следующий раз обязательно померю и скажу, какой размер. Вот такой, ребята, обзор из окна будет. На этом поле часто бывает лось, медведь. Даже если рано вставать на рассвете, то из окна можно однажды увидеть пасущегося лося или медведя. Буквально вот сейчас вот чуя вывалилась в медвежьем, свежем. Как бы так культурнее выразиться. Ну, в общем, вы поняли. Где-то вот в этих кустах. То есть медведь уже здесь где-то ходит. Буквально, может, за этими кустами где-то сейчас сидит, слушает. Тут такой колотится, интересно. Они же любопытные. Сейчас я вам панораму проделанной работы засниму.